Недавно в Москве прошла премьера комедии «Как я стал русским», генеральным продюсером которой выступил Резо Гигинеишвили. На мероприятие бывший муж актрисы Надежды Михалковой пришел под ручку со стриженной под мальчика барышней. Как нам удалось выяснить, ее зовут Мария Кузнецова. С недавних пор Маша заняла вакантную должность личного ассистента 36-летнего Резо в его кинокомпании «Небо». И быстро запала боссу в душу. Больше по теме: светская премьера комедии «Как я стал русским». Первый российско-китайский фильм стартовал в кинопрокате двух стран. Весь вечер влюбленный грузин оберегал ее от излишнего внимания и что-то шептал на ушко. Напомним, с дочкой Никиты Михалкова Гигинеишвили развелся в октябре 2017-го. У них подрастают общие дети, 7-летняя Нина и 5-летний Иван. Кроме того, у Резо есть 12-летняя дочь Маша от брака с выпускницей «Фабрики звезд 4», певицей Настей Кочетковой.